Здравствуйте. 25 октября Степану Григорьевичу Исахову, художнику, писателю, сказочнику, исполняется 145 лет со дня рождения. И сегодня я предлагаю сделать всплывающую открытку с собакой Роской из сказки Степана Писахова. Для открытки нам понадобится зеленый картон или бумага для скрапбукинга. Цветная бумага для скрапбукинга. Можно взять ее с листиками. Берем бумагу для основы открытки. У меня 15 на 15 сантиметров. Вот такая двойная бумага. Картон. Приклеиваем вот такую бумагу к середине, к верхней части середины открыточки. И приклеиваем. У нас с вами получится осенняя открытка с собачкой Роской. Вот так. Немного оставляем 2 сантиметра до сгиба. Складываем и украсим открыточку еще переднюю вот часть открытки. У меня вот такие листики можно вырезать из бумаги, из картона. У меня самоклеющиеся листики. Так, украшаем. И складываем в сторонку. Затем мы приступаем к изготовлению собаки Роски. Вырезаем три детали. Вот такие детали получаются. Это задняя часть собачки. Это вот будет туловище, передние ноги и голова собачки. Можно взять из интернета. Можно нарисовать самим. Это очень простые детали. У меня уже все есть заготовочки. Приклеиваем заднюю часть собачки. Вот к верхней части открыточки. Здесь мы делаем вот такую пометочку и загибаем лапки снаружи. Вот так. И приклеиваем. Хвост мы можем не приклеивать. Получаем вот так. Затем мы берем голову, делаем носик для собачки, вырезаем из черного картона маленькую деталь. Также приклеиваем. Можно приклеить на объемный скотч. Приклеиваем глазки. У меня самоклеющиеся. Можно нарисовать глазки. Берем переднюю часть собачки и также вот здесь по этим линиям сгибаем. Где-то пол сантиметра. Пополам еще. И сгибаем также ножки собаки. Вот так. Теперь вот эту линию смазываем клеем вот до сгиба. И приклеиваем к заднему туловищу собачки. Вот так. Лапки мы приклеиваем к нижней части. Пробуем так, чтобы у нас она сгибалась, собачка. Вот так.
берем голову собачки. Можем ее приклеить на скотч, на объемный. У меня вот такая есть деталь, чтобы была собачка по объемней. Я делаю вот такую деталь сюда. Можно приклеить на объемный скотч. И приклеиваем голову собачки к туловищу. Глазки. Брать хороший клей, потому что картон иногда плохо приклеивается. Так, такая собачка у нас получается. Спасибо за участие. Желаю вам успехов.